утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Представляете, решила я покормить птичек. Они ничего не едят. Объелись, что ли? Привет. Кто объелся? Птички. Ты так накормила птиц, что они объелись? Ну ты молодец, Веснушка. Ой, да нет, нет. Я хотела покормить, а они не едят. Странно. А вот мы с Шуней и Зубком их два раза в день кормим, они... Все-все съедают. Ну, не знаю. Я вкуснятину всякую дала, они клювы воротят. А что дала? Ну, конечно, все самое лучшее. Сушки. Вот. Правда, жестковатые. Мы ведь у птиц есть клювы. И ты думала, что они своими клювами будут вот эти вот сушки долбить? Ну, что ж такого? Ну, ладно, ну, не хотят, но есть же конфеты, они с мармеладом. Вот я и говорю, объелись эти птички. Эх, Веснушка, Веснушка. Ну, что? Ну, что опять не то? Это птицы не едят. Откуда мне было знать? Так, погоди, я сейчас кое-что принесу. Вот, смотри. Ой, мешочки. С подарками? Да, но ведь Новый год давно прошел. Да нет, это подарки для птиц. Зубок и Шуня разложили в них корм. Вот в мешочке с желтой ленточкой корм для воробьев, синий для синичек, с красной для снегирей, а вот этот для голубей и других больших птиц. Ой, ну надо же! Никогда бы не подумала, что разные птицы едят разный корм. А что там внутри? Самый лучший корм – семечки подсолнуха. Я тоже люблю семечки. Поджаренные, хрустящие. Не-не-не-не-не-не-не. Птицам нельзя давать жареные соленые семечки. Только самые обычные. А что еще? Синички очень любят несоленое сало. Вот, гляди-ка. Только обязательно несоленое, запомнила. Ага. А что воробушки едят? Им нравится пшено или овес. Из пшена делают пшеную кашу, правильно? Правильно, но кашу воробьи есть не будут. А вот пшеные или овсяные зерна это с удовольствием. А снегири любят сушеную рябину. Гляди, это мы с осени насушили. А голуби? Голуби. Больших птиц кормить легче, но еды им нужно больше. А едят они и крупы, и семечки, и хлебные крошки. А сушки, значит, нет. Ну, если раскрошишь, съедят, но лучше без глазури. Понятно. Значит, все хлебные остатки теперь я буду отдавать голубям или уткам. Веснушка, только следи, чтобы на них не было плесени. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вот тихонечко вошел и послушал ваш интересный разговор. Здравствуй, Леша. Это очень хорошо, что вы думаете о птичках. Зимой и весной им очень голодно. Да-да-да, и холодно. Ну, не так уж и холодно. Март не за горами. Вот именно, что март. Если еще в начале зимы птички могут найти разные ягоды на деревьях, семена, то уж к концу зимы, к началу весны все уже съедено. Ой, а что ж для них хуже, голод или холод? Ты знаешь, Веснушка, холод птички перенесут, если у них будет достаточно еды. Поэтому каждую осень, вот я лично, вешаю кормушки и до самого теплого времени года птичек
подкармливаю. Я уже рассказал Веснушке, как мы кормим птиц. А то она сначала решила их накормить вон сушками и конфетами. Ошиблась. Коксик, а ты сказал Веснушке, чего ни в коем случае нельзя давать птицам? Ну, вообще-то нет. Если честно, я сам этого не знаю. Друзья, запомните, птицам ни в коем случае нельзя давать испорченные продукты. Лежалое зерно, хлебные крошки с плесенью. Вы же ведь сами этого есть не будете? Нет, конечно нет. Вот и птицам не надо давать плохую еду. А еще им нельзя давать острое, соленое, а также черный хлеб. Да, это целая наука. Ну да, но освоить ее не так трудно. А знаете, как проще всего сделать кормушку для птиц? Ой, это я знаю. Кормушку можно сделать из пластиковых бутылок из-под воды или пакетов из-под сока. Ну, или из-под молока. Совершенно верно, Коксик. Именно из пакета из-под молока я сделал вот такую кормушку. Смотрите, все очень просто. Одно окошечко вырезаешь здесь, другое здесь. Привязываешь веревочку. Только делать это лучше вместе со взрослыми. Прямо сейчас попробую. Вы мне поможете? Конечно, помогу. Я так хочу подкармливать птиц круглый год. Ну, это совсем не обязательно. Да, когда снег растает, а уж тем более летом или ранней осенью, птицы легко найдут пропитание сами. Ну, тогда пока есть снег, обязательно буду им помогать. Ну вот и молодцы. Я думаю, что ребята тоже будут помогать птицам. Ну что ж, пора прощаться с нашими зрителями. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит.